Уральские озера, вот такие они красивые, очень глубокие, очень чистые. Здесь видимость где-то 10-20 метров в воде, как, собственно, в Красном море, чуть поменьше, наверное. Берега обязательно покрыты, как вот я сейчас покажу, большими валунами, это еще маленькие камни. Песочек, причем песок со следой. И красивым сосновым, еловым и березовым лесом. Вот такое озеро. Одно из Челябинских озер, Чебаркульской группы озер. Это озеро Еловое. Здесь прошли мои студенческие годы. Я занимался туризмом, спортивным ориентированием, когда учился в Челябинске. В том числе бывал на этих озерах. Красиво. А это необитаемый остров. Небольшой островочек, метров 100 максимум длиной. Приезжайте на Челябинские озера.